что наконец-то мы добираемся до маленькой комнаты спальни и здесь сталкиваемся сразу с несколькими вещами. Значит, есть очень важный момент, когда хочется и колется. То есть наш клиент говорит: ребята, я хочу определенный здесь дизайн. И мы ему предлагаем вариации дизайна. Когда я предлагал свой дизайн, я понимаю, в каком мы проекте работаем. Здесь шумоизоляция равна нулю. И мы находимся в спальне. Конечно же, я за хороший дизайн, но надо понимать, что в хорошем, красивом дизайне выспаться не получится. А основные функции спальни – это все-таки выспаться. И поэтому здесь сталкиваемся с традиционными вещами, с которыми сталкиваемся у вас в квартире, когда будем делать ваш ремонт. Первое, вы говорите, а сколько стоит хорошая шумоизоляция? Любая хорошая работа стоит дорого. Неважно, что это, стройка, машина там, или там медицинские услуги. Все, что хорошее, оно стоит хорошо, надо понимать. То есть, о чем я говорю? Для того, что если мы обращаемся в компанию Texonus, то их инженеры сделают очень хорошую изоляцию. Она будет называться «Комната в комнате», и вы получите хороший пакет. Но очень важный момент, поскольку мы берем в таком малобюджетном жилье, то есть вы понимаете, кто в этих квартирах живет, не живут такие солидные люди, у кого там действительно денег много, они зарабатывают много, как правило. Поэтому эти люди, конечно же, делают оптимизацию. То есть они говорят следующее: ребят, ну ладно, пускай у нас будет не идеальная шумоизоляция, но хорошая шумоизоляция, она же возможна за нормальные деньги? Да, возможно. Поэтому не надо нас критиковать, что эта шумоизоляция неверная, неправильная и так далее. То есть все шумоизоляции подбираются согласно прайсу, то есть стоимости, согласно техническим характеристикам помещения и согласно рекомендации завода-производителя. То есть мы здесь не спрашивали никакой рекомендации завода-производителя, потому что мы знаем, чтобы они нам приложили. К сожалению, клиент не готов за это платить. Итак, шумоизоляция. Первое, что мы сейчас поговорим о перегородочке. Тоже я не устану повторять, что мы рекомендовали клиенту и специалисты компании Texonus. Клиент сказал: нет, дорого. Сделайте мне, говорит, меньше шума, но чтобы его было меньше. Слышите вы сейчас или нет, соседи через там пару этажей начали делать ремонт в доме. И я прямо слышу, как эти твари, наши коллеги, перфоратором шумят. И, соответственно, если бы мы делали комнату в комнату, они бы нам очень помогли, потому что я точно знаю, что это убирает структурный звук. Именно перфораторный звук является структурным звуком. И если вы не поскупитесь, а это не так уж дорого на самом деле, ну, конечно, от бюджета каждого человека зависит, то структурные звуки можно убрать. И вот кричать: сволочи соседи, начали делать ремонт, ненавижу, поубивал бы. Нет, ребята, если вы сделали правильную, профессиональную шумоизоляцию, пускай ваши соседи делают все, что хотят. И делают дискотеку, и перфоратором сверлят, и еще куда-то. Нет проблем. Проблема не в соседях, проблема в вас. Не надо врать. Просто мы привыкли так, что когда нам надо это делать, мы вдруг такие дурака из себя включаем. А когда встречаются такие вещи, как перфоратор у соседей, стиральная машинка, либо скандал какой-то там большой, то тогда соседи сволочь. Лирику в сторону. Итак, у нас есть металлические профиля 75 мм. Ставим мы сюда полиэфирочку нашу красивую. Видите, как интересно? Чем работать профессиональными материалами хорошо? Смотрите, я своим таблом прям трусь. Ну, кайфово. Прям трогаю так. Ни у одной ваты эффекта такого вы не получите. Дам своему коллеге камеру, вижу. Держи. Теперь мы делаем от себятину. Да простят нас специалисты компании Texonus. Значит, поставили эту замечательную штуку. Если мы возьмем гипсокартон от Knauf и накрутим, я не думаю, что это особо как-то повлияет на шум. Поэтому наша от себятина выглядит следующим образом. Это обычная подкладочка от паркета. Вот то, что вы ложите под паркет. Почему делаем ее? Потому что дешевле. Квадратный метр этой гадости нам обходится в 50 евроцентов. И мы теперь на сплошную ее сюда накрываем. Что нам это даст? Нам это даст то, что мы будем убирать мостики звука от профилей.
поставим вот эту штуку, ставим первый слой гипсокартона. Разумеется, у нас были шурупы, которые крутили первый слой, помните? И это будет много мостов звука. Насколько много? 35 примерно шурупчиков на лист. А если здесь 3 листа, ну 100 мостов звука, я думаю, для комнаты в 15 квадратов это более чем. Как мы будем эту штуку убирать? Опять же этим дерьмом. То есть подложку, конечно. На первый слой гипса мы на степлер пробьем, положим ее и замкнем это еще одним листом регипса. Понимаете? И тогда мы получим что? Мы получим изоляцию от санузла, от стиральной машинки, от шума воды. Здесь у нас будет стоп-звук М полиэфирочка, которую я показывал. Вот она, не поленюсь ее поставить. Причем она у нас будет очень хитро стоять. У нас есть 5-сантиметровая штучка. И у нас есть 20-миллиметровая штучка. Чем она отличается? Плотностью. Этим мы любим клеить на потолок, на сакрит бак, под натяжные потолки. А этим мы любим ставить в перегородки. Но еще мы обожаем делать шахматную перевязку. То есть вот в этом случае, видите, шовчик? А за ним она перевязывается в шахматном порядке. Если она у нас стояла так, то мы ее пересекли и еще один дополнительный мост звука убрали. Сколько стоит эта фигня? Скажу так, это самый продаваемый материал. Стоимость его там что-то 5-15 евро за метр квадратный. Разумеется, народная марка, народный материал. За такие копейки он просто вагонами уходит и он естся. Конечно же, более серьезные вещи, такие как TechSound, 28-15 евро за квадратный метр, они не идут так хорошо. Эта штука стоит порядка 7 евро за квадратный метр. Тоже очень хорошо идет. У нее два плюса. Это, во-первых, дополнительная гидроизоляция внутри помещения. А во-вторых, мне нравится ее плотность. Вот это опять субъективное мнение. Профессионалы скажут, что ты втираешь, надо с клиентом брать денег побольше и делать правильно. Не каждый хочет платить, а каждый хочет жить хорошо. Вот с этим мы сталкиваемся. Да я и сам, наверное, такой. Вот, поэтому, значит, наша спальня пока в таком состоянии. Сейчас мы немножко прервемся и покажем уже финиш, как это выглядит. Это болтовня и долгое видео нужно для того, чтобы вы поняли концепт. Потому что мы делаем не по технологии, мы делаем проверенную от себя тяну, но уже используя, да, грамотные материалы от компании Texonus. Очень важный момент. За моей спиной вот там будет находиться у нас ванная комната. Понимаете, какие шумы могут исходить от ванной комнаты? Это звук воды, которая будет, когда люди там моются. Это может быть стиральная машинка, которая может работать. Она будет находиться в ванной комнате. И, как правило, когда вы стираете вещи, да, вы их закидываете на ночь и пошли спать, чтобы утром вытащить их сухими. Правда же? И когда вы здесь спите, стиральная машинка работает с той стороны. Так бывает? Бывает. Соответственно, кто-то пришел с работы спать, а кто-то пошел в ванную комнату и принимает там душ, либо делает какие-то процедуры, и это тоже создает шумы, то есть дискомфорт. Возвращаемся к нашему помещению. У нас была задача с этой стеной, которая за мной, сделать декорацию. То есть мы будем здесь делать декоративную нишу. Я хотел бы здесь взять 7-10 сантиметров, сделать хорошую шумоизоляцию от соседей, но клиент опять все портит, он хочет здесь сделать декоративную нишу, и мы понимаем, что где-то будет нулевая, то есть у меня есть 1.5 сантиметра для шумоизоляции. Для этого используется Texonus, например, как хороший вариант шумоизоляции. Но стоимость этого материала 28 евро за метр квадратный. И она не продается, к сожалению, в территории Латвии квадратными метрами, а только рулонами. То есть 280 евро за рулон довольно много. Если мы посмотрим на технические характеристики стоп-звук М и TechSound, то и тот, и другой материал берет на себя, принимает 26 дБ. Конечно же, профессиональные шумоизоляторы скажут, что не надо сравнивать с пальцем. Но, тем не менее, есть еще жизненный опыт. И мы вот это делали. Я приложу описание внизу. То есть мы похожие уже работы выполняли. И там были действительно экстремальные условия. Там был не бетон, а белый блок, аэрок. И получалось, с обратной стороны у человека работало аж 2 стиральные машинки. И человек сказал, не важно, сколько это стоит, сделайте мне хорошую шумоизоляцию, я хочу спать, а не стирать и слушать звук стиральных машинок. Там это получилось, и тогда у нас не было этого замечательного материала, стоп-звук М, а сейчас у нас есть, и мы им уже поработали, мы уверены в нем, мы его ставим. Комментарии будут, знаю, какие, потому что предыдущая работа была. Все скажут, что это? Это рубероид, это вы сделали газовую камеру, это как люди будут дышать, как это все происходит. Нет.
Если мы работаем с звуком М, то это с одной стороны такой битумный наполнитель, но он в таком полиэтиленовом и внутри, и снаружи. И когда вы будете им работать, запаха нету. То есть я сейчас подойду к этому материалу, вот с этого расстояния нахожусь, никакого запаха рубероида нету. То есть не надо пугаться, люди, которые, скажем так, не осведомлены, не понимают, о чем идет речь, конечно же, они не могут шарахаться от него. И выглядит он, конечно же, страшно. Но это бред полный, хорошая штука. Покажу, как она выглядит. Компания Technosonus Stop Звук М. И выглядит она, видите, вот такая штучка. То есть вот он полиэтиленчик. То есть получается, что это такой рубероид. Навскидку он примерно такой 3,5-4-миллиметровый, видно. И он в таком полиэтилене, который не дает никакого звука. А с этой стороны стоит такая полиэфирлочка, ну такое волокно. Мы делаем нахлёст 10 сантиметров, как можно видеть, да? Вот так вот ложим. Сверху прихватываем его, то есть мы ставим таким образом. И я очень хотел, чтобы была у меня комната в комнате, чтобы мы продолжили здесь. Но видите, мы ставим вот этот короб, и клиент хочет, чтобы у нас здесь был своеобразный многоуровневый потолок. Это его мечта. Соответственно, эти работы, с одной стороны, коту под хвост, но с другой стороны, мы нечто похожее будем делать на полу, и у нас получится пол, стена, и частичная изоляция пойдет в коробах. То есть, надо идти на поводу у клиента, клиент всегда прав, поэтому что мы делаем? Мы уберем какую-то часть шума, а какую-то часть шума будем работать вот над чем. Существует две вещи: шумоизоляция и звукопоглощение. То есть, если вы выбрали все-таки хороший дизайн и не идеальную шумоизоляцию, то тогда будем работать над звукопоглощением. Мы для этого специально сделаем вот здесь небольшие такие штробы и будем вешать довольно мощные плотные занавески. У нас будет плотная занавеска, плотная тюль, плотные покрывала, и будем уговаривать клиента не ложить ламинат, который резонирует звук, а ставить пробковое покрытие. То есть то, что мы не сделаем звукоизоляции, возьмем на себя шумопоглощением. По крайней мере, будем настаивать. То есть наша задача предлагать клиенту, как клиент далеко и насколько он согласится, это уже его проблема. Ну что ж, вот он, уже у нас стоят металлические профиля. Металлические профиля, про них поговорим в следующем ролике. Съездим на завод, как их делать. Я расскажу, почему они у меня такие странные. То есть это 6-миллиметровочка. Он мало того, что цинкованный, он еще и эмалированный. Знаете, как эмалированные кастрюли. Мы их берем в одном специальном месте. Если интересно, ссылочку в описании оставлю потом под роликом, как это происходит. Итак, после того, как мы поставили стоп-звук М, шумоизоляционный материал, мы, показываю пирожок, как это выглядит. Я беру 20-миллиметровый экослим и ставлю его вот таким образом. Я вот люблю его ставить жесткой ко мне, мягкой внутри. После этого я ставлю 5-сантиметровый и вот показываю, что я буду устанавливать это вот в таком шахматном порядочке. Дальше опять я говорю, это от себятина. То есть технологии Technosonus говорят по-другому, но на этом объекте не получается совсем уж соблюдать технологию. Работаем на не изоляцию и устранение эффектов, связанных с шумом, а уменьшением. Поэтому пришел я вот к такому мнению совместно с клиентом. Итак, у меня здесь будет воздушная прослоечка, плюс ко всему, примерно 2 сантиметра. И после этого я буду сюда ставить, показываю, буду ставить один слой гипсокартона 12 мм, вот в таком оформлении. Помните, ранее я говорил, что мы будем изолировать. Вот он, пирожочек. Попросил ребят пока не зашивать. То есть мы поставили здесь слой гипса. Поставили вот нашу шумочку. Даже вот приклеили. Не хочу срывать. Вы видели только что. Ну, недавно видели, что там было до этого. Просвечивается тот же самый материал. Видно, да, его? Вот он беленький за голубым. После того, как мы сейчас прошьем один слой гипса. Ребят, не поленитесь. Прошпаклюйте первый слой. Шпаклюем первый слой и повторяем пирожочек многослойки нашей. Опять подложим эту дешевую подложечку и еще одним слоем. И таким образом мы изолируем ванную комнату и уберем немножко звука от соседей. Пол у нас, как видите, еще не готов, но про пол мы поговорим в следующем ролике. Он заслуживает отдельного внимания, потому что, как мне частенько пишут в комментариях, покажите и подскажите, какой вариант вы советуете. Ну, для вашего проекта. Каждый проект, он индивидуален.
И то, что мы делаем на этом проекте, если вы посмотрите все ролики по шумоизоляции на других проектах, они немножко другие. Потому что наша задача, допустим, не реализовать какое-то количество материала, не втюхнуть какую-то технологию, а решить проблему с шумом. И источники шума, они зачастую бывают, ну, разные, скажем так. То есть здесь я уже показываю, в каком состоянии это все находится. Нет смысла тянуть дальше ваше внимание. То есть я вам показал пирог шумоизоляции для этой серийки. Вот. Дальше мы покажем пирожок шумоизоляции пола и, соответственно, потолка. Ну, а на сегодня это все. Я надеюсь, это видео было вам полезно. Особенно тем, кто действительно страдает нехваткой хороших материалов и хороших шумоизоляционных решений. Этот вариант мы проверяли. Если вы к производителю обратитесь, они скажут, ну, неправильно это решение, ты не прав. Но если вы послушаете моих соседей, а предыдущих клиентов, они говорят, это работает, нас это устраивает. И очень приятная цена. На сегодня это все. Пока.